Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас узнаете, что случится абсолютно неожиданно для вас. А для вас неожиданно случится, девочки, какое-то обучение или какое-то дело, например, какой-то срочный отчет или какое-то дело, где вам придется что-то делать в одиночестве, какие-то бумаги. Еще что случится неожиданно, какой-то мужчина из прошлого появится также неожиданно. Причем мужчина, с которым вы давно расстались или который давно одинок, я хочу сказать, что вы до сих пор, скорее всего, на него злитесь, обижаетесь, или это мужчина, который ранее был женат, а сейчас он свободен и примчится к вам навстречу с чувствами и желанием возобновить или даже, возможно, начать отношения.